Всем самого яркого и творческого настроения. Меня зовут Лариса, и вы на канале «Бесконечно захватывающий быт». Сегодняшняя моя работа будет практически художественная. Я давно хотела попробовать технику, которую назвала акварельный пэтчворк, хотя, может быть, она такое название уже имеет. Для работы, для ее создания нужно ткани двух видов. Это с расцветкой какой-то, с рисунком, да, и однотонную ткань, близкую по тональности к вот этому основному лоскуточку. Лоскуточки, кстати, я использую в этой работе из своей недавней посылки. Там было очень много однотонных тканей, и вот такой вот красивый нежный кусочек тоже попался. Все постаралась прописать титрами, как обычно я сейчас буду это делать, потому что это, как оказалось, очень помогает, когда по какому-то недогляду ты выкладываешь ролик наполовину озвученный, что у меня недавно и случилось, да, на канале Дзен, и за что вам отдельная благодарность, девочки, что вы абсолютно спокойно и, ну, терпеливо отнеслись к тому, что Лариса опять там что-то выложила наполовину озвученное. Поэтому я прописала все. Можно вообще мой голос выключить, и будет понятно, что происходит на экране. А я буду так за кадром говорить то, что мне приходит в голову. Итак, рассортировав все кусочки по расцветкам, таким близким друг к дружке, да, создав такие краски из этих квадратиков, я вот в таком, можно сказать, хаотичном, но все-таки в каком-то направленном порядке выложила эти квадратики. Вы можете тут сделать свой рисунок, как хотите. Можете сердечко какое-то в обрамлении однотонных тканей выложить, тоже будет красиво. Какой-то элемент какой-то, еще что-то. Мне же захотелось такое, какое-то нежное утро весеннее создать. И теперь по технологии пиксельной подушки, которая очень простая и доступная, мы на флизелин приклеили эти квадратики, прошили сначала по одному, с сложению, да, вдоль, теперь сделав надрезы, не доходя до строчки 1 мм по всей поверхности детали, чтобы у нас аккуратно сложилось при сгибе сейчас в другом направлении строчки, чтобы аккуратненько у нас замочки сформировались, и деталь получилась прям плоская, гладкая, хорошая. И точно так же прокладываем уже в другом направлении строчки, и у нас получится деталь, которая напоминает такую хорошо стянутую гармошку из квадратиков. Замочки распределяем все в разные стороны, чтобы они не были так в одну сторону завернуты. Деталь получается ровная, гладкая абсолютно. Сейчас мы ее должны утюгом прогладить и отрезать все лишнее. Обязательно выравниваем деталь при помощи роликового ножа и линейки, ну, либо просто ножницами, но обязательно это делаем, потому что сейчас я буду добавлять к ней полоски. В принципе, вот эта деталька, она уже может быть основой чего-то, если вы хотите, да, вот уже такая вот получилась интересная какая-то картинка. Но я иду дальше, потому что я шью небольшую декоративную салфетку, потому что я открываю второй канал, который будет посвящен только кухне, и хочу, чтобы там было все красиво. И поэтому эту работу я буду вот конкретно туда направлять. Немножко покажу вам кусочек, момент, как я подбираю вот обрамление для работ. То есть я вот не вырезаю ничего загодя, просто прикладываю ткани и смотрю, как смотрится, складывается картинка или нет. Если меня все устраивает, то тогда уже нарезаю полоски и уже пришиваю их по периметру, чтобы у меня получилась картинка. Хочу напомнить, что когда пришили первый ряд полос, точно так же обязательно, пожалуйста, выравнивайте деталь, а не пришивайте следом следующие полосы, потому что может быть перекос. Какие бы ровные мы полоски не пришивали, миллиметр-два всегда вылазят, которые потом дают какой-то там раздрай. Здесь очень важно, чтобы соблюсти вот эту художественную ценность, расположить полоски цветные так, чтобы они как бы своим рисунком продолжали рисунок на основной детали. То есть низ светлая полоска, вверх там более насыщенная. И вот такой блок получается. Он вышел практически 40 на 40 сантиметров с небольшим там, да, перекосом, в смысле в какой-то части. И его уже можно сделать основой для декоративной подушки. Но так как мне нужна салфетка, я продолжаю донаборы вот эти из полос и собираю уже сэндвич для стежки. Стежку буду делать самую обычную, по квадратикам по центру детали, и свободно ходовую простенькую с стиплингом по краю.
И вот такая работа у меня получилась. Она получилась очень красивая, потому что ее можно рассматривать, эти квадратики, они создают очень интересный эффект, какое-то такое размытое, вот именно акварельное действие. Рисунок, еще раз говорю, вы можете сделать, выкладывать на свое усмотрение. Тут можно играть до бесконечности, можно взять какие-то более контрастные цвета, более разноцветные, что ли. Ну, мне захотелось вот такую простую работу, которую вы, надеюсь, увидите на моем втором канале. Надеюсь, что работа вам понравилась. Она абсолютно несложная и для начинающих, кто только начинает осваивать почерк, абсолютно доступная. Обязательно оставайтесь на канале, я всем вам очень рада. До следующего видео. С вами была Лариса.